Фабио бережно раскрыл старый блокнот в кожаном переплете, нежно коснулся пальцами красивых ровных букв, написанных много лет назад Саей, аккуратно, с каким-то удивительным благоговением, перелистнул страницы, остановившись на рисунке высокого стройного мальчика с волнистыми светлыми волосами. «Иселин хочет уничтожить Нисси», — с болью произнес эльф. «Почему?» — удивилась Люда. «Потому что мы ее не слушаемся». «А чего она хочет?» — спросила девочка. Фабио тяжело вздохнул и ответил. «Она хочет править в волшебном мире. Она все заморозила, все уничтожила. Все народы, эльфы, лешие и другие, испугались. Они хотели договориться с ней, но Нисси не сдались». «И что?» Люди не терпелось узнать всю историю до конца. В глазах Фабио затаилась такая боль, что сердце девочки защемило от жалости. «Она решила уничтожить нас. Нас становилось все меньше. А другие нам не помогли?» – удивилась юная Нисси. «Никто ничего не мог сделать, а мы не сдавались. Казалось, это безнадежно. Но когда Иселин пришла в Тюригот, все изменилось». В голосе Фабио послышались нотки надежды, а глаза озарились любовью и нежностью. «Она встретила твою маму и ее лучшего друга, мальчика по имени Николай Грундвик», – Нисси указал на старый рисунок. «200 лет назад твоей маме было примерно столько же лет, сколько сейчас тебе». Был чудесный зимний день. С неба падал снег и белым пушистым покрывалом ложился на землю. Николай нагнулся, чтобы взять снежок, но не успел это сделать, как о его плечо ударился тугой белый комок, искусно слепленный юной Нисси. И тут же разлетелся на множество маленьких искрящихся льдинок. Мальчик атаковал подругу, но та, звонко смеясь, ловко уворачивалась от летевших в нее снежков. Детям было легко и радостно, и они чувствовали себя такими же невесомыми, как те белые снежинки, которые медленно падали вниз. Вдруг повеяло холодом. С вершины ближайшего бука тревожно закаркал ворон, будто предупреждая друзей о надвигающейся опасности. Сая обернулась и увидела перед собой ледяную ведьму, которая смотрела ей прямо в глаза, взглядом, полным презрения и лютой ненависти. Девочка очень испугалась, ее факел лежал далеко в стороне. Он мешал играть, поэтому эльфийка неосмотрительно оставила его на снегу. И теперь была абсолютно безоружна перед беспощадной магией Иселин. Колдунья подняла руку и направила на маленькую Нисси. «Не трогай ее!» – закричал Николай и закрыл свою подругу от страшного ледяного потока, пущенного ведьмой. «Спасибо, что помог мне!» – прошептала девочка другу. Ему, человеку, магия Иселин не причинила никакого вреда, а вот правая нога Саи, оставшаяся незащищенной, мгновенно заледенела. Девочка застонала от боли. Это было ужасное чувство – ощущать, как стынет твоя кровь, и смертельный холод беспощадно расползается по телу. Николай обнял Нисси, и она, облокотившись о его плечо, смогла кое-как передвигаться. Они убегали, а Иселин стояла и с безжалостной усмешкой смотрела на их удаляющиеся спины. Охота началась. И ледяная ведьма была абсолютно уверена в ее исходе. Вдруг земля под ногами детей обрушилась, и они провалились в какой-то заброшенный подвал. Сая больно ударилась, упав с большой высоты на каменный пол, но, мужественно превозмогая боль и страх, с благодарностью посмотрела в глаза Николая. «Спасибо, что помог мне», – прошептала юная эльфийка. «Уходи, пока она не пришла сюда». «Она меня не заморозит!» – возразил мальчик. «Она заморозит душу!» «Ну как же ты!» – воскликнул Николай. «Он не мог оставить свою подругу в беде!» «Уходи!» – взмолилась Сая. «Это была война ее народа, и она не хотела втягивать в нее ни в чем не повинного человека!» «Только с тобой!» –
— категорично произнес мальчик. Он быстро поднялся и, протянув юной Нисе свою руку, серьезно произнес: «Ты всегда будешь моим другом». Сая посмотрела в глаза Николая, как бы принимая его клятву, и в свою очередь тихо прошептала: «Ты всегда будешь моим другом». Мальчик хотел помочь эльфийке подняться, но красная вязаная варежка соскользнула с ее маленькой ручки и осталась в ладони Николая. Он снял свою белую варежку и отбросил ее в сторону вместе с варежкой Саи на каменный пол подвала. Потом мальчик помог подруге встать на ноги и, бережно обнимая, повел ее к пятну света, струившемуся из дверного проема. Но не успели дети подойти к нему, как выход из подвала загородила зловещая фигура ледяной ведьмы. Она неторопливо спустилась по крутым ступенькам, не отрывая от лица эльфийки своего тяжелого взгляда, полного лютой ненависти и предвкушения быстрой расправы. Дети были в ловушке, и ничто не могло помешать Иселин уничтожить противную девчонку. Через несколько мгновений на одного Нисси станет меньше, а значит, ее долгожданная победа будет еще ближе. Скоро, очень скоро она заморозит последнего эльфа, и тогда, наконец, будет править всем этим миром, причем не только волшебным, но и человеческим. Сая застыла от ужаса. Сейчас ледяной вихрь пронзит ее юное тело, остудит кровь, остановит сердце. И никто и ничто не сможет спасти ее, ведь убежать она не могла, а укрыться ей было негде. Николай почувствовал, как напряглась его подруга. Он очень хотел ей помочь, однако единственное, что он мог сделать, это до конца защищать ее. Но мальчик знал, силы не равны, и они просто обречены на поражение. И вдруг от двух варежек, вместе упавших на пол и сейчас своими очертаниями напоминавших сердце, заструился теплый свет. Он становился все ярче, согревая холодный сумрак заброшенного подвала. Свет, излучающий тепло, мелькнуло в голове у Николая. Иселин – ледяная ведьма, и она боится тепла. Мальчик подбежал к варежкам, схватил их и бросился к Сае. Девочка все поняла без слов. Она надела свою варежку, а Николай свою. Дети взялись за руки и направили поток света, исходивший от их варежек, прямо на Иселин. Сияние становилось все ярче, все сильнее, распространяя вокруг себя волшебное тепло. Ледяная ведьма попыталась закрыться от его горячих лучей, но у нее ничего не получилось. Извиваясь в страшных муках, колдунья упала на каменные ступеньки. «Вы еще услышите обо мне! Я вернусь!» — угрожающе прохрипела она, уползая из подвала. А дети не могли поверить, что они спаслись, что все осталось позади. Вскоре Сая почувствовала, как ужасные чары Иселин рассеялись, и ее нога снова ожила. Волшебное тепло соглашения растопило весь лед, закончил Фабио свой рассказ. «Что случилось с соглашением?» – спросила его Люда. «Они его спрятали. Когда Николай постарел и умер, мы нашли нового человека, который мог использовать соглашение против Иселин, если она вернется. Потом умер и этот человек, и мы нашли нового. Но сейчас впервые у нас нет человека», – печально произнес Фабио. «И поэтому она вернулась?» – догадалась девочка. «Да», – ответил отец, и, поцеловав дочку в лоб, тяжело вздохнул. «Поэтому она вернулась». Гибус долго искал человека, который бы смог увидеть Нисси. Он обошел несколько ближайших ферм, но все было бесполезно. Фермеры безучастно смотрели сквозь него и совсем не реагировали на его тщетные попытки привлечь их внимание. Расстроенный своими неудачами, молодой Нисси решил вернуться в Тюрегод. Он быстро продвигался по зимнему лесу, и его настроение постепенно улучшалось. Юноша был оптимистом и искренне верил, что у них все непременно получится, что вскоре они обязательно отыщут нужного человека, и Иселин будет, наконец, повержен. Иначе просто не может быть. Ярко светило солнце, был теплый ясный день.
Гибус шел вдоль берега большого лесного болота. Вдруг, в нескольких шагах от себя, он увидел девушку Нисси. «Привет!» – произнесла прелестная незнакомка, и ее лицо озарила искренняя улыбка. «Привет!» – юноша тоже улыбнулся. «Ты не знаешь, как перейти через болото на ту сторону?» – спросила девушка. «Да, просто прыгай с кочки на кочку», – ответил ей Гибус. «Ладно, спасибо», – радостно поблагодарила его молодая эльфийка и быстро пошла к болоту. Но потом обернулась и, снова улыбнувшись, спросила: «Как тебя зовут?» «Меня зовут Гибус», – ответил юноша. «А меня Айрис», – проговорила незнакомка, по-прежнему приветливо улыбаясь. И от этой очаровательной улыбки на сердце Гибуса стало удивительно тепло и радостно. Девушка собралась уходить. «Стой!» – крикнул ей юноша. «Будь осторожна! Здесь бродит Иселин!» «Я знаю!» – ответила Нисси и, показав ему свой факел, направилась к болоту. А Гибус стоял и, завороженно улыбаясь, смотрел ей вслед. От печали и разочарования не осталось и следа. Теперь его сердце грел теплый взгляд, светлых, как зимнее небо, глаз очаровательно незнакомых.